Всем привет! Сегодня я хочу приготовить салат с фасоли. И для этого мне понадобится фасоль. Я взяла темную. В принципе, можно взять светлую, просто с темной. Мне кажется, этот салат красивее смотрится. Здесь стакан 250 грамм. То есть полный, с горкой, такой большой стакан. К нему возьму луковицу, тоже довольно крупная. Одну морковь. И столовую ложку с горкой томатной пасты. Потребуется еще также растительное масло, соль, перец и приправы, которые вы едите, которые вы любите, такие как паприка. Ну, можно что-нибудь еще добавить на любой вкус. Итак, для начала промываем фасоль и ставим вариться ее до готовности или почти до готовности, чтобы она была готовой, но немножко жестковатой, чтобы не разваривалась. Лук мелко крошим, морковь натираем на крупной терке. После того, как фасоль сварилась, оставшуюся жижечку в ней не выливаем. Берем сковороду, наливаем масло. Накаляем его. Будем обжаривать вначале лук до золотистого цвета. Затем добавляем морковь. Также все обжариваем. Добавляем томатную пасту. Все хорошо перемешиваем. Добавляем фасоль вместе с жидкостью, снова перемешиваем. Если жидкости мало, необходимо добавить немножко кипяченой воды. Как это все закипит, солим. Если вы не солили фасоль, то сейчас самое время посолить. Убавляем огонь. Добавляем перец, паприку и любые другие приправы, которые вам по вкусу. Можно даже добавить немножко красного перца для тех, кто любит поострее. Накрываем крышкой и минут 5-8 на медленном огне под крышкой это все должно потомиться. Вот такой салат с фасолью получился. Его можно использовать как салат, а можно как гарнир. И на этом все. Всем спасибо, что были со мной. Приятного аппетита. Готовьте. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Пока-пока.